Глубокий космос. 69. Чувак, проснись, чел! У нас сигнал СОС! А? Что? О, я видел самый прекрасный сон. От СОСы. Эх, было как наяву. У нас сигнал от СОС. Сигнал от СОС? Да нет, я имел в виду сигнал от СОС! Не, сигнал от СОС мне больше нравится. Помогите, мы летели на конкурс бикини, но наш двигатель перегрелся. Класс! Дамочки, ваше спасение прибыло. Еще с холодным шампанским. Эй! Нет, черт, это ловушка! Спали его нахер! Не, я в порядке. Я буду у себя. Слушай, чел, может, я поведу, а то я сосредоточен, в отличие от некоторых. Конечно, как хочешь. Напоминание календаря. У вас свидание через час. О, блин, вот дела. Как мне быть с этой штукой? Надо было убить ее еще 2 недели назад. О, это прям как в фильме «Выбор Софи». О, у меня отличная идея. О, да. Что ты думаешь насчет того, чтобы потом продолжить именно? А? Что? Давай не сегодня. Голова болит, на работу рано, месячные. Отмазки. Годные отмазки. Ну же, я разрешу тебе сделать ту вещь, которую ты всегда хотел. Прыгнуть с крыши в твой бассейн? Нет, ту грязную развратную вещь. О, да-да-да-да-да. Чек, пожалуйста. Окей, дай мне только свяжиться. Слушай, я никогда не умел расставаться. Просто у меня сейчас сложный период в жизни. Все кончено. Дело не в тебе, дело во мне. Все стало слишком серьезно. Тебе пора уходить. Черт! Просто сдохни, тварь! Вот и круто. У тебя там все в порядке? Да, просто... О, боже! О, нет. Джей? Я отлично провел время. Он твой. Какой у тебя пароль от Wi-Fi? Даже не хочу ничего знать. На самом деле ты хочешь знать. Нет, вообще не хочу. Ну давай. Ну ладно, давай, показывай голограмму. Озвучка 25К3. Не почему заказу, исключительно по фану.